Играй гармонь, сердечко тронь. В Алексеевке прошел второй районный фестиваль исполнителей на народных инструментах. Гармонист с 60-летним стажем Анатолий Рыжих из села Иловка – участник праздника. Не удержался и свое выступление начал задолго до выхода на сцену. Такой уличный гармонист. Вообще-то я строитель по профессии. Я просто такая любительское дело, занятие. Я занимаюсь, когда вот на гулянках, на всяких. Интерес к музыке, вот у меня есть такое желание. Фестиваль собрал на свою площадку и всех, кто стар, и всех, кто млад. Алексеевец Андрей Шинкаренко учится играть на гармошке уже 2 года. К выступлению подготовился обстоятельно, даже костюм с родителями пошили. Поднимали настроение себе и гостям праздника в этот день 19 исполнителей со всего района. Задорные частушки, любимые в народе мелодии. Цель фестиваля проста. Мы бы хотели, чтобы в душах русских людей оставалась любовь к народной традиционной музыке, к гармонии, которая является символом России, символом российской культуры. Праздник народной музыки стал настоящим подарком жителям Алексеевского района. В следующий раз заливистая гармонь тронет сердца своих почитателей ровно через год.